Ну, «Москва, звонят колокола» – это песня весьма сомнительная. Я присоединяюсь к оценке Московского управления культуры, что это кич. Олег Газманов был большим любимцем предшествующего мэра Юрия Лужкова. Однако ни песню «Москва, звонят колокола», ни многие другие произведения Газманова, весьма популярные, безусловно, нельзя считать вершинами. Значит, вершинами, так сказать, песенного творчества. И уж в любом случае, конечно, эта песня не годится в гимны города Москвы. То, что она звучит на вокзалах, с моей точки зрения, недопустимо. Есть более приемлемые, более респектабельные мелодии. Там, я не знаю, те же «Подмосковные вечера», например, хорошо знакомые всем. И, на мой взгляд, песню Газманова стоило бы убрать из тех мест, которые являются визитными карточками нашего города. Но это мое мнение. Как видим, оно вполне корреспондируется, вполне совпадает с мнением Управления культуры Москвы. Позиция РЖД для меня достаточно странная. Что значит «нет жалоб»? Люди, которые покидают вокзал, не думают о том, что их раздражает какая-то песня. Их цель добраться до дома. Вот. В общем, моя точка зрения здесь достаточно простая. Песню надо менять, так сказать, либо на хорошо известную, типа «Подмосковных вечеров», либо на новую.